Напоминаем для тех, кто имеет льготы при проезде в городском транспорте. С 1 февраля талоны недействительны. Вместо них нужно будет приобрести льготный проездной билет. Его стоимость составит 250 рублей. Гражданам необходимо обратиться в Управление социальной защиты для получения справки, которая будет основанием для приобретения льготного проездного. Подробную информацию можно узнать по телефонам 46171 39056 или по телефону горячей линии 8 928 334 2237.